Здравствуйте, меня зовут Лидия, я сотрудник Министерства инфраструктуры Украины. Сегодня я прошла курс в компании Академия ДТЭК по эффективному менеджменту. Огромное спасибо Академии за предоставленный курс, огромное спасибо руководителю Светлане за то, что она нам начитала очень много нового материала, дала очень много практики, провела интересные практические задания и игры. Я много очень подчеркнула нового для себя, как управлять командой, как выделить лидера, как выделить слабое звено, как перевести слабое звено в сильное звено. И я надеюсь, что неоднократно еще раз буду улучшать свои знания с компанией Академия ДТЭК. И спасибо всем огромное. И всех приглашаю и всем желаю обязательно пройти этот курс, чтобы действительно быть хорошим управленцем в нашей новой Украине.